И оперативная информация. День 12 апреля стал последним в жизни барнаульского водителя. Он разбился на федеральной трассе недалеко от поворота на Ложок. Это произошло в половине шестого вечера. Мужчина ехал со стороны Барнаула и недалеко от свертка в Ложок выехал на встречную полосу, несмотря на дорожную разметку и запрет данного маневра. В этот момент на пути легковушки оказался грузовик «Скания». Он пропускал поток встречных машин, намереваясь совершить левый поворот. Со слов водителя грузового автомобиля, он сразу заметил машину, которая идет на лобовое столкновение, и начал сигналить. Однако владелец «Тойоты» словно не реагировал на эти знаки и будто склонился над телефоном, не замечая, что происходит, пояснял водитель грузовика. По мнению очевидцев, за это время можно было несколько раз изменить траекторию движения и избежать аварии. Погибшему было 41 год, при нем был паспорт, он житель Барнаула. Водительского удостоверения в машине не нашли, однако выяснили, что 2 года назад мужчина был его лишен за отказ пройти медицинское освидетельствование. Год назад он снова попал в поле зрения сотрудников ДПС за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и был арестован на 10 суток.